Казахстан и лидерство захватывает пилот из поселка Уван Денис Бабаев. И следом за ним три каменских пилота. Затеем борьбу между собой. Каменский Зоров, стартовый номер 40, Александр Маленький. Стартовый номер 42, Максим Черников, победитель. Неделю назад Максим победил на родной земле. Стартовый номер 44, Илья Ивраев, вот он на втором месте. Я уже боюсь говорить про таких маленьких пилотов, потому что... Работает лидер Васи Микро, Денис Бабаев из поселка Уван. Уверенно. Догаем свои подъемы. Каждое движение. Очень точно. Многие запустить стартовый номер 40. Сегодня вся команда работает на него, у него же есть шасси. И все, сегодня очень тяжело с утра не заладилось у пилотов стартовый номер 40. Уважаемые зрители, я вас попрошу на второй борт отойти, пожалуйста, одного репортера бросим по станке. А все остальные, пожалуйста. Иначе я не смогу дать старт. Ребята, вы тоже. Два шага назад. Стартовый номер 7. У него фальстарт. И сейчас я остановлю красным флагом остановлю, надо...
и надо туда. И подальше и пробуем завести. Спасибо. А лидерство захватил пилот. Из города Елотаровка. Демид, Даниил, и вот разворот, желтые флаги. Демид, Даниил, Ярослав и Дмитрий. Пилоты из Екатеринбурга, Елутеровска и Снежинска. Челябинской области. Сейчас мы увидим эту замечательную борьбу. И вот вырвался Максим Левиев, Илья Кайбулин. И вот тут такой внутрикомандный между собой чик, они оба представителя СТК «Радуга». Одной из лучших школ Екатеринбурга. Стартовый номер 90. Чуть-чуть, получит четверо замечания. Получит замечания. У нас тут нешуточная борьба. Пилоты, хотя и молоды, но уже очень давно знают друг друга, возможности. И вот так Дмитрий нашел там ровную полосочку. И благодаря скорости понутри уверенно. Посмотрите внимательно. Все поедут где неровно, а он по ровному месту снаружи не отрешил. По такой же траектории. На самом деле, сколько это тяжело, я вижу, как волнуются зрители, родители. Да. И Демид Шумков, Даниил Бродский, Станислав Карантыгин и Дмитрий Коваль. На самом деле, по-настоящему все приковано к этой тройке. И не раз побывав на гонке звезд, да. Вот осталось такого тактического маневра. Все очень быстро. Газ вот. И вот Дмитрий Калинин, Североуральск, рвется к победе. Да. Такие колеи наколочены. И пилотам достаточно тяжело удержать. На входе в поворот технику и ошибается Александр Грицов.
14 в этом классе. И вот тут надо правильно, правильно. Не справившись с управлением, стартовый номер 70, Владислав Архипов. Владислав Архипов. Попав в синем комбезе под синий флаг. Решили не принимать участие.